Друзья, всем привет! Рад приветствовать всех на своем канале. Сегодня, как и просили, мы попробовали пройти зданий общих 10 этаж мимами, как ДД. То есть без саппорта. С саппортом, скорее всего, было бы проще, но мы по хардкору запустились просто в 2 ДД. Сейчас увидите, что из этого вышло. Перед началом кое о чем вас попрошу, и будем начинать. Друзья, совсем недавно в нашей игре появилось секретное слово автора. Сейчас я вам расскажу, что это такое. Перейдя по ссылке в описании на официальный магазин Rush Royale, вы можете выбрать любую покупку, которую решите выбрать для прокачки вашего аккаунта. То есть без разницы, что вам нужно, например, хотите купить премиум пропуск или те же кристаллы. Тыкаете на премиум пропуск, нажимаем купить, вылетает у нас, это у меня уже, я совершал некоторые покупки, у меня уже виден мой ID. Здесь, если у вас нет, добавляете свой ID, вот я выбираю свой, нажимаю продолжить. Запрашивает секретное слово. Секретное слово у меня очень простое, оно «Але», также видите вы его на экране под вебочкой, нажимаете продолжить. Здесь можно вписать любое сообщение, пожелание, которое вы хотите оставить мне. Я его, конечно же, увижу, постоянно просматриваю все сообщения, которые приходят с поддержки от кода автора. Тем самым вы мне очень сильно помогаете. Поэтому, надеюсь, вам эта информация была полезна. И чё? Все, ребята, безумно благодарен каждому, кто кто хоть как-то поддерживает мой канал. Всех безумно люблю, обнял и спасибо. Так, ребята, пошли мы двумя разными колодами. Я взял Мимасика, ведьму. Таланты на ведьме сейчас покажу. Первый талант на ведьму я взял. Как статуя он работает. 30 стаков максимум можно растакать. То есть за каждый стак нам будет добавляться урон. Например, если Мимасик стоит возле ведьмы, и урон будет бафаться. То есть мы на какой-то ведьме раскачиваем урон, делаем слияние, без разницы. Для каждой ведьмы урон будет одинаковый. Второй талант у меня — мгновенное убийство. То есть ведьма от третьего ранга слияния и выше имеет шанс на мгновенное убийство. Допустим, вот я в этой игре буду расставляться вот как-то так. 5 мимасиков. А вот здесь на двух точках роста у меня будут стоять третья и выше ведьмы. Там плюс-минус четвертая. И у них двойная тычка летит. И за счет этого они довольно хорошо будут чистить волну. К этому всему я взял мечи. Талант правый, чтобы появлялись пробужденные мечи. И я мог настакивать свои 10 глазиков, которые дают урон и шанс крита. Дальше дриада. Талант на дриаду, но урон, потому что... урон у мима очень маленький, там в районе 160, а с максимальным манапом он достигает примерно там 240, что-то такое, то есть ужасно мало. Прям этого не хватает и не хватило, заранее скажу. Поэтому я решил как-то еще бафнуть свой урон за счет дриады, ну и Арлекин, чтобы всю нашу эту движуху с дрядами копировать и как-то выставлять стол. Амулет роста я взял, потому что у меня там есть темное владение. Мим у нас на темных владениях 81% урона я получу. К сожалению, получилось поставить только вот этого мимасика на амулет роста. Как я не крутил стол, адаптировать себя к тому, что у меня мим, который наносит урон, было тяжело на протяжении всей игры. Хотелось соединить его с дриадой, там, с мечом, с ведьмой. Но как-то я себя пересилил. И более-менее получился хороший стол. Так, дальше. По столу Данечки. Он решил, конечно, взять такой стол. Мы пошли оба с гайкой. Без дриады, ловчий сюда. Чтобы как-то замедлить и тоже увеличить урон, которого и так нету. И дедушка. Дедушка, чтобы расставиться, но, как видите, с самого начала расставить стол как-то не удалось. Я начал стакать, вот нашел сюда две свои ведьмы.
Вот, у меня очень хорошо стоят мимы, уже прям супер хорошо. Три из них у меня под глазиками, то есть у них уже 300% урона, или 390, 300 на девятом уровне меча, 300% урона, и шанс крита, плюс немножко от гаечки крита. Дриаду я влил сразу в этого пятого мемасика, в надежде на то, что он простоит без всяких дебафов. И как обычно, вот там пойдет потом пудинг. По боссам, кстати, ребят, по боссам урона у меня получилось больше, чем у Дани. Потому что у меня как бы урон в 3 раза увеличен. У Дани как бы статуя есть, но все равно не так много урона. Он с ключом играет, у него, посмотрите, уже просто весь стол в золотых клетках. Мне плюнуло только одну, и то не туда, куда нужно. Вот, скажу вам заранее, у него в этой игре получится заставить просто весь стол в золотых клетках. Немного всю эту движуху мы ускорим с вами до пудинга. Наверное, пудинг стал таким самым ключевым моментом, где просто пошла какая-то руина. Вот я нашел еще одно золото на своего мимо, но потом он пропадет. Не знаю, за что со мной так игра. Вот, смотрим. Выходит пудинг. Я его убиваю без проблем. Но 2-3 мимо, именно 3 мимо, которые у меня под глазами. Здесь еще одно золото на мимо упало. И просто он... Все, все мимасики под пудингом. Урон просто резко пропал. Также закрыла одну ведьму, за счет чего волна стала чиститься намного медленнее. У Дани там вообще хаос. Мы когда это играли, я просто не понимал. Вот смотрите на стол, да, и такое чувство, что просто вышел бедла и перевернул на какое-то говно. А это не говно, это стол, который человек пытается выставить целенаправленно. А такое чувство, что какая-то чушь стоит на столе. И вот так мы просто провели с ним всю эту игру на мимасиках. Ребята, которые писали, что с нашими критами мы можем пройти любой этаж, хоть там лучником, хоть мимом, далеко это, ребята, неправда. Сами можете смотреть, как тяжело все это идет. Вот сейчас пушится волна очень быстро. Это за счет ведьмы. Это за счет мгновенного убийства от ведьмы. Чтобы вы не подумали, что это мим прям такие колоссальные цифры урона наносит. А у Дани вот, у Дани нет ведьмы, просто посмотрите, там урона тоже почти нету. Вот, также, ребята, напоминаю, что у нас уже 2940 подписчиков на момент записи видео. До розыгрыша останется... Сколько? 60? 60 подписчиков остается до розыгрыша. В подсказочке сверху я оставлю ссылку на видео с розыгрышем, где подробно описаны все условия, которое нужно выполнить. Там 3 пропуска разыгрывается сезонных, либо которые вам надо, если у вас там, например, уже есть сезонный, то сможете выбрать любой. Там, например, королевское испытание, гонку за славой, либо же зеркальные колоды. На стриме все это дело будем проводить. Как только 3000 подписчиков, я в Телеграме, у себя в Телеграме оповещаю всех. И проводим розыгрыш. Поэтому, кто еще не успел, ребята, время есть. Обязательно участвуйте. Также посоветовал бы подписаться на телеграм-канал, потому что там вся информация о стримах, о розыгрышах и всяких других интересных плюшках. Вот, смотрите, выходит последняя волна. 2 короля обезьян. И урона вроде бы хватает убить, но когда они идут вдвоем, они просто станут весь стол. Просто начали станить весь стол, и за счет этого просто не то, что не хватило урона, не хватило просто пешек, потому что все находились в стане. По шмоткам у Дани была 19-я гайка, копье без фракции на темное, амулет тоже без фракции на темное, 4000 крита. То есть видите, да, кто говорил, что можно проходить мемасиками? Не все так просто. У меня, конечно, для темных владений получше. У меня прям наконец-то пригодилось мое копье, которое дало мне там 47%. Спасибо огромное за это.
И вот мой амулет, 82%. Но, как видите, даже так нам не хватило. Не спорю, с саппортом было бы, наверное, намного проще, и мы бы это прошли, там, часы, демонологи. Но надо тестить прям по хардкору. По хардкору у нас нифига не получилось, мы обосрались. А, вот весь урон. Данин со статуей 300 миллионов. У меня, вот видите, весь урон нанесла ведьма. Ведьма чистила всех мобов на волне. А мимы только дамажили по боссам. Вот такая вот, ребята, игра получилась. Такое вот видео, как вы просили, с мемасиком. Не поленились, мы записали. Поэтому, если понравилось видео, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, будет очень приятно. Также спасибо всем, кто использует код автора. Вы прям безумно сильно этим поддерживаете меня, мотивируете снимать вот такие вот прикольные видео, делать розыгрыши. И все, ребята, ждите новых видео. Всем до скорого.